Первые победители регионального этапа рабочих профессий объявлены. Награды получили свыше 60 участников, а также более 20 конкурсантов WorldSkills Junior. Напомним, республиканский чемпионат проходит на 35 площадках. МВД по Татарстану сообщает, что расследование уголовного дела участников казанской группировки «Суконка» завершено. Напомним, их обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества и побоях. По версии следствия, они ответственны за погром в торговом центре «Алтын» и нападение на рынок стройматериалов. В Казани предложили ужесточить наказание для работающих на дому парикмахеров и маникюристов. Как говорят представители этой отрасли, они не платят налоги, нарушают санитарные нормы и уводят клиентов у салонов. К контролю за ситуацией может подключиться МВД.